говорил. Здравствуйте. При чтении мантр и кодов четки после этого можно носить на себе? Увеличивается эффективность в этом случае или нет? Когда человек читает на четки коды или мантры, то после того, когда он начитал, он должен эти четки положить куда-то и не носить на себе. Если человек начинает носить на себе, вот что происходит. Вот, допустим, железное кольцо. Мизинец в Васту связан с планетой Раху. Влияние планеты Раху зависит от того, насколько этот мизинец длинный. Ну и вообще влияние происходит через мизинец. Это может привести человека к тому, что у человека происходят неприятности. То есть у него происходит там ухудшение здоровья, появляется у него заболевание артрита, артрозы, начинают отеки происходить, невезение в жизни. И вот рекомендация, допустим, для того, чтобы этого не было, необходимо одеть железное кольцо на палец. И тут вопрос, а что же делает железное кольцо? Оно-то при чем? Дело в том, что когда человек одевает железное кольцо, то энергетически вот эта часть пальца исчезает. И на нее, то есть он становится как бы без вот этого мизинчика. И энергетически на вот палец этот воздействовать уже невозможно. Таким образом, я как бы себе отрезал этот палец, одев на него вот такое колечко. Теперь на меня ни уран, ни кету воздействовать не будет, ни мару. И вот так происходит вот такое магическое воздействие. Кольцо при этом должно быть железное. Также происходит, когда человек, допустим, одевает на себя четки. В случае, если он одевает четки вот так на шею, то такие четки, которые он одевает на шею, фактически отрезают ему голову. И мантры влияют на вот эту часть тела, а на эту уже влиять не будут. Поэтому носить не нужно. Точно так же ни в коем случае нельзя наматывать вот так четки и носить на своей руке. Почему? Это считается моветоном, плохим вкусом. И дело в том, что четки — это элемент священный. Ну вот представьте себе человека, который, допустим, который ходит в церковь. Этот человек в церкви молится какой-нибудь иконе, допустим, иконе Божьей Матери там, или иконе там Неупалимая там Купина, не знаю, есть такая или нет, Семистрельной Божьей Матери, вот. И он молится рядом там: Семистрельная Божья Матерь, спаси и сохрани, спаси мою семью, спаси и сохрани, пусть никто не гуляет, пусть там Купидон не стреляет, пусть в жизни везет и никто никого не убивает. И после этого ставит свечечку и так далее. И после того вопрос такой: Андрей Андреевич, а можно мне икону эту носить на себе? Сделать ее в виде ранца или одеть ее себе на шею и носить? И тут такой вопрос: зачем? Зачем? Ну, чтобы она влияла. Ну, зачем? Ведь она влияет в тот момент, когда пришел человек в церковь, который находился рядом с такой иконой. Как же она будет влиять, если ее на себе носить? То же самое, ну, конечно, не то же самое, конечно, утрирую это все, но где-то то же самое, где-то приблизительно похожее происходит, когда мы носим вот эти предметы ритуальные. Не стоит этого делать. Отработали с этими